опять я стою на том же месте, что 3 года назад или 4. Это еще до войны с лохмами. Вот здесь по всему городу вот такие вот плакаты. Ай, бляха, это чего же все пиздец? Сейчас уже календарное лето, но только что-то немножко похолодало. Вот. Я сдал часы в ремонт, и сейчас мне еще нужно лампу настольную купить, а завтра я уезжаю в Сибирь. Вечно мне везет. Ну а что делать? Что делать? Хочется, не хочется.